Начнем со срочных сообщений информационных агентств. В Нормандии, это на севере Франции, двое человек, вооруженных ножами, захватили заложников в церкви. Это произошло в населенном пункте Сен-Этьен-дю-Рувре. На место сейчас прибывают сотрудники полиции, улица оцеплена. О точном числе заложников и требованиях преступников информации пока нет. Мы внимательно следим за ситуацией и вернемся к этой теме, как только появятся новые подробности.